Здравствуйте. Служба новостей компании представляет специальный выпуск «Life is Good News», посвященный двум директорским балам холдинга. Мероприятия проходили в подмосковной Истре, а также в Санкт-Петербурге. Все подробности расскажем далее. Истра – живописный уголок природы в непосредственной близости от Москвы. Именно здесь был организован общекорпоративный директорский бал «Life is Good», а местом его проведения стал фешенебельный спа-отель с собственной набережной и парковым ансамблем. Накануне состоялся заезд участников мероприятия. Многие из коллег по бизнесу впервые встретились после длительного перерыва, вызванного пандемией. А в этот же день состоялся приезд в отель президента «Life is Good». Роман Василенко прибыл в Москву из Санкт-Петербурга на самолете, после чего из аэропорта на частном вертолете вылетел на Истру. К этому времени для его встречи на территории комплекса собрались участники бала. Президент компании приземлился в назначенный час, от всей души поприветствовал сотрудников холдинга, после чего направился в отель. Утром следующего дня началась деловая часть директорского бала на Истре. Со словами напутствия к собравшимся обратились директора, советники президента «Life is Good» Лилия Щербакова и Александр Джен, после чего началась работа конвенции. Свои истории успеха представили новые директора холдинга. Они выступили с краткими, но содержательными и эмоциональными речами. У нас радость за то, что собралось 90 новых директоров. Вы представляете, какая прогрессия, да? Это наши профессионалы, это наша опора, наша сила, такой мощный приток. А рост товарооборота, а это значит, улучшаются жизни тысяч людей. Вы понимаете, какое благое дело творят эти люди? В этот день на сцену также поднимались более опытные лидеры компании – директора «Life is Good» 8-го карьерного уровня. А затем на экране был показан видеоролик от официального партнера холдинга Андреаса Винса. Всемирно известный бизнес-тренер поприветствовал участников мероприятия, после чего представил в адрес новых директоров практические советы по ведению бизнеса в современных условиях. Те люди, у которых есть хорошая стратегия, классные цели, хорошие планы. Те, которые сегодня внимательнейшим образом следят за тем, что происходит в системах и дирекциях, чье сердце лояльно бизнесу, руководителю, самой компании, холдингу, невзирая на трудности, невзирая на те проблемы, которые возникают время от времени. Эти дирекции, они не просто выживут, они будут жить. Они будут еще мощнее, еще тверже, еще сильнее, еще красивее в общей сложности. И они однозначно будут победителями. Далее деловую часть продолжила Неля Джен, директор, советник президента холдинга «Life is Good». В ходе выступления она поделилась деталями о том, как проходила подготовка к балу, после чего представила подробный обзор актуальных бизнес-инструментов компании. В частности, речь шла о медийной составляющей «Life is Good». Холдинг производит высококачественные продукты, призванные всесторонне популяризировать деятельность «Life is Good», нести важнейшую идеологическую миссию, развивать и укреплять нравственные ценности, повышать уровень корпоративной этики. В завершении первого дня на сцену был приглашен Роман Василенко. Президент «Life is Good» поприветствовал собравшихся, после чего вручил швейцарские часы с бриллиантами директорам холдинга 8-го уровня. Затем из рук президента бриллиантовые знаки отличия получили директора 6-го карьерного уровня. Кульминацией торжественной церемонии награждения стало выступление друга компании, известного музыканта Андрея Алексина, который исполнил гимн холдинга «Life is Good» – «Наш маршрут». На следующий день состоялся круглый стол, откровенный разговор с президентом. На встречу были приглашены директора от 8-го карьерного уровня. В ходе неформального общения, которое продолжалось больше часа, были затронуты разносторонние аспекты деятельности холдинга. Роман Василенко также поделился с топ-лидерами актуальной информацией о перспективах развития бизнеса.
В среду, во второй день директорского бала, проходило еженедельное корпоративное онлайн-вещание канала «Life is Good Life». Гостями эфира популярной рубрики «Из первых уст» стали молодые директора компании Елена Баранова и Денис Акинин, а также один из топ-лидеров холдинга, представитель Республики Казахстан Салтанат Сиитова. Затем, во время прямой трансляции, специально для зрителей канала «Life is Good Life» состоялось эксклюзивное интервью с президентом холдинга Романом Василенко. Нам стало понятно, что даже в сложное время мы способны не просто работать и сохранять темпы, мы способны развиваться. Мы овладели новыми инструментами, мы овладели новыми навыками, и даже в это сложное время результаты улучшились, объемы компании выросли, мы получили новый опыт, новые знания, и самое главное, мы теперь знаем, что наш бизнес способен работать в самых нестандартных ситуациях. Вечером началась праздничная часть директорского бала на Истре. Организаторы отметили благодарственными письмами участников творческо-технической команды, внесших личный вклад в подготовку и проведение столь масштабного мероприятия. Для гостей была подготовлена яркая, насыщенная развлекательная программа. Звездными участниками концерта стали певец и композитор Андрей Алексин, группа «Дискотека Авария», а также «Золотой голос России», народный артист Российской Федерации Николай Басков. В кулуарах состоялась встреча президента холдинга «Life is Good» Романа Василенко со знаменитыми артистами. Дорогие друзья, находясь президентом компании, хочется сказать, что вы находитесь в руках удивительного, сильного, целеустремленного и удивительно предугадывающего все человека, потому что вы на плаву, сегодня здесь вы в такой обстановке, и это очень важно, потому что все в нашей жизни зависит от того, во что мы верим и кому мы доверяем. Поэтому я уверен, что у вас все впереди, еще крупные проекты, большое развитие. Поэтому для меня честь для вас поздравить. Мое глубокое уважение и восхищение вашим президентом. Спасибо, спасибо. Life is good! Увлекательным, невероятно зрелищным завершением бала стало водно-пиротехническое шоу с участием моторных средств, после чего в ночном небе над Истрой прогремел праздничный салют. А теперь отправляемся в Санкт-Петербург. Здесь, в знаменитом Константиновском дворце, в Стрельне, состоялся директорский бал магистратуры Евгения Чайчука, первого директора холдинга 10-го карьерного уровня, советника президента «Life is Good». Деловая часть мероприятия проходила в фешенебельном мраморном зале дворца. Ее открыл один из топ-лидеров компании Вячеслав Короткевич, директор, советник президента «Life is Good». Была представлена лекция, рассказывающая о ключевых направлениях бизнеса холдинга, в том числе дан детальный обзор стратегически важных медийных инструментов «Life is Good». Персонально отмечены люди и структурные подразделения, курирующие в компании конкретные внутрикорпоративные процессы. Далее стартовала конвенция с участием директоров холдинга магистратуры Евгения Чайчука. Первыми свои истории успеха представили новые директора 6-го карьерного уровня. Историческое событие. Если еще 5 лет назад компания делала один бал на всю компанию, и на балу мы чествовали 2-3 директора, то сегодня это первый бал моей магистратуры. Здесь мы будем чествовать 36 моих новых директоров. И на самом деле это огромный шаг вперед, и я точно уверен, пройдет еще 2-3 года, и уже мои директора начнут делать свои балы. Я сегодня, наверное, волнуюсь больше, чем каждый мой новый директор, потому что я вижу, как они готовились, как они учили тексты, как они репетировали выход на сцену, но я точно знаю, когда они выйдут на сцену, они забудут абсолютно все и начнут делиться с аудиторией, с публикой своими эмоциями и ощущениями. И это, наверное, самая большая ценность, которую они могут дать. Затем состоялись выступления директоров 7-го карьерного уровня «Life is Good». Их истории успеха стали завершением первого дня директорского бала в Стрельне. На следующий день продолжилась деловая часть. В рамках конвенции состоялись выступления директоров 8-го карьерного уровня. Завершающей стала история успеха от Вячеслава Короткевича, директора, советника президента «Life is Good». Состоялась премьера видеофильма, рассказывающего о его жизненном пути, подготовленного «Life is Good Media». Далее слово было предоставлено Евгению Чайчуку. Магистр холдинга подвел итоги деловой части, а затем высказал слова благодарности
благодарности в адрес директоров за высокие бизнес-результаты. После чего под аплодисменты зала на сцену был приглашен Роман Василенко. Президент холдинга Life is Good приехал в Стрельну в качестве специального гостя мероприятия. Мы этот год преодолели какой-то рубеж, мы преодолели себя. Год был непростой, но он позволил нам вырасти, и это потрясающе. Сколько прошло кризисов в финансовом консалтинге, всегда все оставалось по-прежнему. Потрясающе, что все результаты показали рост. Я вас благодарю за ваше доверие. То, что мы так успешно преодолели вот эту пандемию, где 90% бизнеса просело просто. Это благодаря тому, что у нас есть мощная команда. 70 тысяч. Это колоссальная мощь, это колоссальная команда, которая может преодолеть все. Началась церемония награждения. Роман Василенко вручил корпоративные награды и знаки отличия директорам Life is Good 6, 7 и 8 карьерного уровней. А удивительно теплым завершением торжественной части стало коллективное караоке под песню «Поверь в мечту». Праздничная часть директорского бала в Стрельне была организована в роскошном голубом зале Константиновского дворца. Величественный интерьер с поистине королевским убранством особенно подчеркивал значимость и высокий статус мероприятия. Церемонией открытия бала стал большой парад директоров. По его завершению на экране зрители увидели интерактивный фотоальбом с изображениями всех виновников торжества. В зале появился руководитель структуры, директор, советник президента холдинга Евгений Чайчук. Магистр Life is Good поприветствовал собравшихся, после чего началась концертная программа. В этот вечер на сцене Константиновского дворца выступили оперный певец Евгений Южин, кавер-группа «Топ-5», давний друг компании и автор ряда композиций, написанных специально для Life is Good, диджей Слон энд Катя. А хедлайнером праздника стала культовая группа «Иванушки Интернешнл». В этом году прославленный коллектив отметил 25-летие творческой деятельности. По окончании выступления состоялась встреча, а также эксклюзивная фотосессия Романа Василенко и топ-лидеров компании со знаменитыми артистами. Я желаю, чтобы как группа «Иванушки Интернешнл», ну как минимум 25 лет, вот уже 26-й год пошел, и празднование новых наград. Да, и с каждым годом уже больше наград и больше, да, так уже, и больше директоров. Да. Да, чтобы директора были здоровы и энергичны, чтобы эти награды не были остановкой, а только каким-то посылом для развития дальнейшего. Вам удачи, наград побольше, а нам хороших песен, правильно? Да, с наступающим Новым годом. Ура! Life is good! На этом у нас вся информация. Вы смотрели специальный выпуск Life is Good News. Жизнь прекрасна. Будьте с нами!